Вертолет может проникнуть в воздушное пространство. Бритва 6-4 направляется к точке эвакуации, чтобы подать вертолету сигнал. Все, понятно. Давай, смелее. Я думал, ты прыгать собираешься. Или что, разбег берешь? Реально разбег берет? Бесстрашный. Ну что ж, похвально, похвально. Сказочник. Хрен бы ты прыгнул с амуницией на такое расстояние. Вот тебе и вызвал вертолет по радио. Ты вот без глушителя ходишь на винтовке. Вот что меня смущает. И ella dice: "Ой, no, я estoy ocupada". И я le digo: "Vamos, nena, acá solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso". ¿Cómo te miraría? Ya te digo. ¿Conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presento si me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Y ella dice: "Hoy no, ya estoy ocupada". Кстати, давай попробуем. Vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Хоть раз. Y ella dice: "Hoy no, ya estoy ocupada". Y yo le digo: "Vamos, nena, acá solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso". Падла. Tiene una hermana? Ну-ка, давай-ка попробуем. И ella dice: "Hoy no, ya estoy ocupada". И yo le digo: "Вот так. Добулькали". Все? Препятствий нет? Идем, идем. Вызвал вертолет. Он прям летит на всех парах ко мне. Минус лицо. Вот так. К парикмахеру можешь не ходить. Кто людям помогает, кто тратит время зря. Да-да. Хорошими делами прославиться нельзя. А я вот прославился. Двоим людям помог. Одного избавил, чтоб к стоматологу не ходил. Что-то не понял, то что, баб ведут? Понятно. Сейчас узнаем, что там происходит. Что за чертовщина? Так. Please don't hurt me. Все. Спокойно, я не причиню тебе вреда. Когда я уйду, выбирайся из этого сарая. Не бойся, там уже никого не будет. Бегите, ой, господи, какие вы страшные. Ну ладно, какие есть, такие есть. Вот такой я добрый. Так.
Что мы имеем? Ну-ка, надо на вышку слазить. Стоим, ждем. Какая прелесть. Вот она. Где ты там прибежал? А, это... Да нет, вроде как пробежал. Не понял, ну-ка. А как спускаться? Ни хрена себе. Подниматься, спускаться, целая наука нахрен. Игровая. Ой. А кто тут есть? Я вас не вижу. Так, пока вроде неплохо. Дальше. Так. А что, нам никак не обойти вот эту штуку-то? А почему не обойти? Вот же. О, аптечка. Будем знать. Бум. Ух ты. А они вон там стоят все. Слышно выстрел там или нет? О, вау. Ну-ка, подожди. Вот так. Я так понимаю, пока меня не увидят, тревоги не будет. Понятно. А я пока и не показываюсь.
Бумк. Собаки. Это плохо. Собаки, собаки. Лестницы нету, слезть. А, вот так, наверное, и надо. Так. Что у нас тут? Бумк. Гайморита нет. Точно нет. Так. Что мне там надо-то? Давай. На связь, мама 2, это бритва 6-4. Я приближаюсь к точке эвакуации. Поторопитесь там с вертолетом, тут становится жарко. Четыре минуты. Ага. Хорошо, покиньте, покинул. Давайте за мной быстрее. Мамы. Я что-то не понимаю, что случилось. Ну-ка еще разок. Покиньте лагерь. Я как понимаю, здесь что-то радиационное, да? Подожди ты. Еще укол. Ржавчина. Осталось немного, да?
мертвы. Заткнитесь лучше. Там реально горячо было сейчас. Я сколько вас спасал. Сказал. Вот так вот. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!